Здравствуйте. Решила сделать видео по организационным вопросам на эхир, потому что сейчас очень много сейчас проблем технических на сайте. И в Россию, в Украину сейчас очень тяжело сделать заказ, потому что из-за технических каких-то сбоев настраивается калькулятор. Сайт вообще в таком сыром режиме находится. Вот сейчас вот у нас в Украину, например, показывает Боксбери доставка в корзине там на 150 долларов, где-то 4,86 килограмма. Показывает доставку 22 доллара. DHL вообще 40 долларов, а еще доставка Global Mail, она тоже не дешевая, то есть 1,8 килограмма. Некоторые умудряются, конечно, заказать даже бесплатно, даже в Украину, хотя у нас бесплатной доставки почти никогда не было, редко. И в Россию тоже пытаются, там добавляют какие-то, я читала там на форумах, люди как-то умудряются там то ручку добавить, чтобы цену снизить, то какие-то витамины. Сейчас такая ситуация, то ли надо действительно как бы пробовать играться с корзиной, то ли подождать. Да, сейчас много очень паники, кипиша в плане стоимости доставки, все переживают, что она повысится или будет платной. Наши страны не обижены, я бы так тоже сильно не расстраивалась, потому что у нас таможенный лимит выше всех почти стран, которые даже мира, можно сказать, Россия, Украина, они не обижены. Бесплатная доставка была за счет, например, в Россию была за счет, в принципе, цен. Сейчас сайт понижает цены. Действительно, я сверяла предыдущий свой заказ, переходила, просто сверяла, что цены действительно на некоторые пункты понизились цены. Действительно. И несколько дней уже есть такая информация, но я заметила, почему-то ее никто не распространяет. Из супер таких блогеров, которые информируют по iHerb, появился вот такой. Возможно, просто никто еще не видел. Я поэтому решила такое экстренное видео сделать, потому что люди расстроились, что нет теперь скидки при первом заказе. Но iHerb решил, видимо, все-таки исправить свою ошибку, оплошность. И вот сейчас появилась вот такая возможность при первом заказе получить 5% скидки. Под этим видео я дам ссылочку, по ней вы перейдете, вы воспользуетесь моим реферальным кодом и воспользуетесь вот этим кодом Welcome5. Вы его можете ввести самостоятельно, переходите по ссылке, но он уже будет, в принципе, у вас забит. По идее, должна эта 5% скидка сработать. Так что я дам переход. Вот так вот выглядит вот этот баннер. Это можете в моей группе тоже подписаться ВКонтакте. Ссылка под видео тоже будет. Я там информирую, потому что некоторые информации я вот нигде не нашла. Вот именно насчет этого баннера. Я на одном форуме увидела, но как-то не сильно на этом заостряется внимание, потому что все так очень сильно переживали, что не будет больше скидки при первом заказе. Но сейчас вот это расстроились все страшно из-за повышения цен за доставку, бардака вот этого. И вот первые покупатели могут упустить вот такой важный момент. Так поэтому я вот советую вам, если вы собирались сделать заказ и не успели, вот такой сейчас iHerb дает Welcome5 купон. Переходите по ссылочке под видео, и у вас будет, помимо всех скидок, акций, которые сейчас идут на iHerb, еще вот эта 5% скидка. Еще пробегусь по акциям. Сейчас сегодня у нас пятница, скидка выходных дней, это получится на 2 дня. California Gold, освежающий как бы спрей для полости рта идет. И сейчас идет неделя скидок на вот такие марки. Rainbow, хорошая марка Mineral Fusion, Revival Labs, Twinings. И еще должна быть скидка на марку Экобелла. Почему я помню, не вижу ее просто в списке. Я как раз сделала заказ, и в этот же день поменяли скидки, я не успела его отменить, мне уже отправили. Я заказала, это довольно дорогая марка, я заказала себе крем для глаз, вот видите, какая цена, по полной цене. А сейчас вы можете этот крем шикарный, там с шикарным составом, шикарными отзывами, почти 100% рейтинг, заказать с 20% скидкой. Это видно в корзине. Сейчас положим в корзину, посмотрим. Эко была недорогая косметика. Я еще заказала духи. Я как-то заказывала, 20% скидка. Я могла бы сэкономить 6,84. Я еще и духи заказала. Убытки некоторые получила. Видите, скидки так сразу не видно. Только в корзине вы можете увидеть. Сейчас 20% скидка. На iHerb сейчас идет технические всевозможные перестройки сайта. Они понижают цены. Изменили некоторые моменты. Например, вот сейчас вы не видите, по какому коду вы, каким кодом вы воспользовались. Это, видимо, как анонимное теперь будет вот такое переход, потому что люди начали
перекрестно использовать коды, создавать аккаунты. Ахербу это все проверять надоело. И, в общем, они вот так вот сделали, видимо. Я так подозреваю. Еще сейчас появился вот такой баннер. Здесь написано 60, было теперь $40. В общем, вот такая информация, что в 2017 году станет еще лучше. Будет понижение цен. И вы экономите на каждом заказе свыше $40. Ну, было $60, теперь 40. Ну, то есть у них еще пока они не определились. Точные какие-то условия, какие будут. Вот поэтому единственная, самая главная новость, которую я хотела сообщить, это вот об вот этом промокоде. У меня моя группа ВКонтакте. Есть желание следить за новостями. Я каждый день какие-то добавляю новости по скидкам каким-то, которые я нахожу. Сейчас очень много скидок. Понизили цены на 20 тысяч товаров до 30%. Вот. И я даю вот тоже очень много ссылок. Смотрите под видео моим или вот ВКонтакте. Как желаете. Я под видео тоже постоянно информирую. Вот. Но главная новость это вот этот купон от Welcome 5. Еще не забывайте мой купон использовать. Ну, чтобы его использовать, вам, конечно, нужно перейти по ссылке, которую я сгенерировала. И купон, и код этот будет у вас в корзине. Автоматически должен оказаться. Так что вот такие новости. Не переживайте. Наладится система, наладится калькулятор вычисления доставки. И тогда уже мы будем знать точно, какие у нас цены ожидают, будут ли бесплатная доставка в наши страны, как Украина и Россия, будет ли платная, ну, все равно, как бы мы там не были довольны, все равно мы будем заказывать, потому что многие европейские страны вообще платят большие таможенные, у них лимиты стоят, процент большой платится у них. Поэтому у нас пока еще условия лояльные. Даже 4 доставка и $10 доставка. Это нормально. В общем, если вам надо срочно сделать заказ, то вы подбираете комбинацию. Там есть пробники. Вот, например, как ручку, если кладешь, то там тоже снижается цена. Или есть там витамины натуральные, тоже тяжелые бутылочки. Там тоже снижается цена за доставку. Ну вот глюки вот выглядят так. Например, на данный момент, если добавить в корзину из раздела пробников вот этот шейкер, он идет $6 скидка за 3,99, так он 9,99. И вот эта книжка, $4 она стоит. В общем, нафиг никому не нужна, конечно, эта книжка. А вообще она $19.95 стоит какая-то. Но сам факт, что это, видимо, какой-то сейчас баг и... Например, получается, что доставка с $20 с чем-то превращается в доставку за $2 и $23 ДХЛ. Ну, если там поубирать с корзины, возможно, там еще будет меньше. Вообще 0 будет бесплатная доставка. Вот такая вот ситуация. Еще за $1 сейчас идет по скидке в пробниках масло ши. Ну, это временное явление. Скорее всего, все-таки будут повышать цены. Зря бы тут вы не прыгали так цены, странно. Я так думаю, что мой прогноз, что будет какая-то фиксированная цена, например, там на что-то бесплатно, на что-то будет $4, а что-то тяжелое, наверное, все-таки будет добавлять какую-то сумму в корзину, ну, какой-то предел будет здравый. Бесплатная доставка это по-любому компенсировалась ценами, то есть поэтому мы все платили, в принципе, переплачивали на каких-то продуктах, а сейчас, например, на доллар, на 2, на $6, на $3 на некоторые продукты, некоторые там несколько центов. Все равно пошло понижение цен. Сейчас, кстати, у меня корзина, ну, обычно, когда $5, свыше $5, даже Боксбери не давала. Сейчас у меня получается, что ограничение здесь стоит 5 килограмм, но у меня 5,83, все равно проходит корзина. Ну, в общем, какой-то бардак, если честно. У меня по весу корзина не должна проходить. То есть надо что-то тяжелое, например, убрать. Убираю сейчас тяжелую свечу. У меня вообще показывает доставка доллар. Ну, то есть, кто спешит, кто паникует, может сейчас срочно набирать корзину себе. И не забывайте использовать сейчас промокод, который как-то не сильно рекламируется. На главной странице его нету. Его не видно. Поэтому пользуйтесь, переходите по ссылке, которую я даю. И все будет хорошо. Я видела, на форумах пишут, что и в Украину, и в Россию бесплатная доставка проходит. Теперь будет, я так поняла, на некоторые средства будет, например, бесплатная доставка, а на некоторые, например, тяжелым весом все-таки будет платная, я так поняла. То есть будет выборочно. Поэтому у них сейчас очень сложная перестройка, видимо, калькуляции вот этой. Поэтому так и получается. Мы пока в неведении, какие будут цены. Они еще тоже, Ахерб не присылал еще официального письма, какие будут цены, сами еще там настраиваются, все. Вот, поэтому спасибо за внимание, спасибо, что смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. Всем здоровья, до свидания.